Вот, чуй, мое сердце, что не переизберут меня на 10-й-то срок, ибо неблагодарен народ русский. А я, да, думаю, да, должны переизбрать. На наборы избирательные, да, должны выстрелить. Можно воду горячую в день выборов дать, сказать, а теперь всегда-то так будет. Так они что придумали? Всех собак сейчас на меня вешают. Вспомнили, что мусор из дома 3 года не вывозили, ибо люки открыты. Что почтовый ящик только у меня остался, ибо бронированный. А на Нину Задову у меня компромата нет. На всех жильцов в доме компромат есть, а на Нину Задову нет. Как говорят у нас в органах, был бы человек, а компромат на него найдется. Поискать надо. А ты думаешь, я не пробовал? Я пробовал, но не подступиться к ней, ибо святая. Хоть женись на ней. Так и надо ее в вас влюбить. Да. А против любимого на выборах не попрешь. Не попрешь. Да как же это сделать? Я же тебе объясняю. У нее идеальный брак, ибо влюблена в своего мужа. Прапорщика, пылинки с него сдувай. Я думаю. Нам здесь наука поможет. А, что надо? Я буду голосовать за Нину Задову. Вы мне, как мужчина, просто омерзительны. А ваша политическая платформа просто гадость. И наборы ваши продовольственные просрочены. Что надо-то, а? Тут вот компроматик на вас. Ознакомьтесь, ибо интересно. А хорошо, что у меня с собой еще 2 таких же, 4 дома и 5 в прокуратуре. На случай моей внезапной смерти, ибо подстраховался я. Что надо делать? У вашего мужа в потайном шкафчике, в самом низу, справа, стоит приворотное зелье. Принесите его мне, ибо надо. Здесь ждем. Знаете, держите. Но знаете, что вам приворотное зелье не поможет. И никто такого человека, как вы, не влюбится. Ну, это еще бабушка надвое сказала. Ибо шершеля вам. Пойду открою. О, ты что? Красавчик, нельзя ко мне! У мамы предвыборная кампания, а это компрометирующий материал. Да нам всего лишь на 1 час нужна твоя комната. Вот, 2-й тариф. Черт, надо. Только на час, и чтобы звуков не гу-гу. Рать. Ты без звуков сможешь? Ну ладно, давай. Все нормально. Ну и кто это был? Приходили это, ходоки деньги собирали пострадавшим в Бангладеш, но я не дал. А если это не понравится моим избирателям? Да перестань, мама, я спрашивал всех жильцов нашего дома. Они вообще Бангладеш не очень любят. Давай, опять приперлись. Сейчас я им устрою по 1-е число. Нет, Сыночка, дай им нашего вчерашнего черствого хлеба. И вроде бы помогли, и в то же время все равно выбрасывать. Михаил Львович? Уважаемая Нина Марковна, я здесь, ибо мне нужно с вами поговорить, как соседу с соседкой.
Нет-нет, Михаил Львович в нашем доме сухой закон. Да-да-да, у нас сухой закон, а у них в Бангладеш нет. Пускай попьют нашего шампанского. Правильно, сыночка, пусть выпьют на радостях с голоду. Янина Марковна здесь, чтобы предложить вам политический мир. Ибо я снимаю свою кандидатуру. Это чтобы я в благодарность не выселила вас потом со служебной жилплощади, Нина Марковна. Ну вот плесните нам чайку, я вам все подробно расскажу. Я предлагаю выпить этот чай за неожиданные повороты судьбы. За какие такие повороты? А вот выпьем, и я вам все расскажу. Вы меня заинтриговали. Это, наверное, шампанское выстрелило. Выбило Пашеньке глаз. Глаз вылетел, на ниточке повис. Паша упал. Об косяк головой ударился, кровь хлещет, лежит бедный. Он зачем-то залез на шкаф, хотел прыгнуть, наверное, на меня, но не попал. Пашенька! Сыночек, что с тобой, голубчик? Аккуратно, аккуратно. Лёня? Что ты тут делаешь? Ой, пить, ой, вода пить. Пить. Ай, горячий. Нина Марковна. Узнал. Я люблю вас. Я хочу... чтобы вы были моей женой. Черепно-мозговая травма. Полежи. Полежу. Подонок, извращенец! Ты еще на бабушке своей женись! Нина Марковна, вы же меня царица! Вы не раз приходили ко мне в моих ночных фантазиях. Пойдемте со мной в спальню. Пожалуйста, я вас очень прошу. И я люблю тебя, Нина, ты ответь. Нет, я больше так не могу. Вот уже целый час поет дурацкую песню про меня. Что подумают мои избиратели? Ну что мне делать, Паша? А здесь ничего не делать, все, здесь конец. Здесь ничего не сделать, мама, здесь конец. Я по себе знаю, если любовь достигла тебя, все, крыши нет, все, хоть гроб ложись. Есть вариант, я сейчас. Ой, прости. Алло. Позовите, пожалуйста, бульдозера. Бульдозер, это я, Паша. Бульдозер, ты помнишь, хотел узнать, кто в лифте написал «Бульдозер плюс Вася плюс Гена плюс Петя плюс Миша равняется любовь». Я узнал, это я. Это Ленчик, красавчик. Да. Давай. Все, страшно. Нина моя, я твоя. Ты приди и что... Я сказал тебе люблю, а ты сказала не хочу тебя. Нет, это невозможно. Паша, сынок, а есть какой-нибудь еще способ? Есть! Способ номер один. Убить! Нафиг! Убить. Накануне выборов. Штыком! Все. Все решено. Я вступаю с ним в политические переговоры. Ну что ты горланишь? Что ты горланишь, что здесь, а? Ну чего тебе нужно? Нина Марковна, я люблю вас. Я хочу быть всю жизнь с вами. Я хочу плодить и растить наших с вами совместных детей. Я готов... в постели творить самые невероятные чудеса и глупости. Ленечка, ты сумасшедший.
Я даже с мужем, вот его отцом, уже давным-давно себе этого не позволяю. Тем более накануне выборов. Хорошо, я ухожу. Будьте счастливы. Нина, Нина. Здорово. Да, видишь, Пашенька, сынок, иногда доброе политическое слово действует сильнее насилия. Да, мама. Алло. Мама, звонил наш участковый, сказал, что на крыше дома стоит подросток и говорит, если ты сейчас к нему не поднимешься, он башкой из дома вниз. Не подходи! Не подходи, я брошусь! Ну, что ты делаешь? Ну, Леня, я старше тебя на 25 лет. Я замужем, а ты еще ребенок. Я не ребенок, я... У меня волосы практически везде уже растут, да? А у вас муж убогий, старый, косой прапорщик, да? Не смей так говорить о моем муже, отце твоего друга Паши. Все, сейчас брошусь, сейчас брошусь. Все, 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 все. Ой, да, ну что ж, Михаил Львович, похоже, не быть Нине Марковне управдомом. Ибо сама судьба на нашей стороне. Да, да. В общем так, либо вы берете меня жить к себе, либо я разбегусь и вниз головой, да, прямо с 9-го этажа. А еще там, вон, участковый стоит. Эй, участковый, держите меня, я лечу к вам вниз головой с запиской в руках. Вот, я написал перед смертью. В моей смерти прошу винить Нину Задову. И не голосуйте вообще за нее никогда и никто. Хорошо, хорошо. Я возьму тебя к себе жить. Но спать ты будешь на коврике возле двери. Леня, ты что? Ты что, Леня? Так действительно решил спать здесь на подстилке около кровати, как собака? Да, ну и что? Слушай, ну неужели ты действительно влюбился в мою маму? Она такая толстая и страшная. Мне самому на нее страшно смотреть. Не смей так про нее говорить. Влюбился, ну и что? Ну знаешь что? Все, я с тебя снимаю всю миссию. Я ее выполнил как друг и как сын. Спи здесь, как пес дворовый. Здорово, Ди. Пашенька, ну что там? Что? Ничего не получается, все бесполезно. Я давно говорил, надо его убить было. Быдло. Что же вы так, а? Не могли найти любовника посолиднее, покрасивее там. Вот, а мы еще за вас голосовать собирались, супругую. Да заберите его, я вам буду только благодарна. Сейчас, не надо нам его назад. Мы лучше в суд подадим на вас и получим деньги за ссылочку. Вот, и за моральный ущерб. Деньги давайте. Денег у меня нет. Но есть пол ящика водки. Ну, и мы люди не гордые, можем и водкой взять. Советую любовь тебе, сынок, с победой вас. Нина Гурченко, а то вы лючая марка. Дай. Там, сынуля. Что? А! Вот. Там! Ну, теперь я победил на выборах, ибо компромат на Нину Маркову найден. Нина Марковна, вы спите? Да, я сплю. А мне не спится. Холодно так, в спину дует. Ой, заболею я, умру. Вот вам надо это перед выборами. Вот, если холодно, иди домой. Не пойду. Я к вам хочу погреться. Даже и не думай. Ну и не буду я об этом думать. Я себе просто вены вскрою. А забрызгаю здесь всю комнату кровью. Вот вам надо это. На ремонт попадете. Ладно.
ложись, но между нами всегда должно быть 30 сантиметров нейтральной территории. 28. Что 28? Сантиметров. Хорошо, пусть будет 28. Черт, кто это? А, наверное, эти гринписовцы в Бангладеш хлеб собирают. Смотри. Вася! Нина, а это что такое, а? Вася, это все слухи, и я все могу объяснить. Дурочка! Дорогая, это настоящие полярные. Сувенир, прибьем куда-нибудь. Ну-ка, Нина, пошли-ка скорее в спальню, да. Зачем? Затем, что я соскучился по своей девочке. Я не могу. Накануне выборов. Да при чем здесь выборы? Ты ж сама писала, что у нас образцово-показательная семья. Пускай знаю, что любовь у нас. Да, любовь у нас. У меня голова болит. Ой, и живот. Я поела огурцов на ночь. Мне тошнит, потому что я беременна. Вот оно в чем дело. Я-то главное думаю. Конечно, я тогда тебя руками-то трогать не буду. Можно было, конечно, так сказать... тыловым образом, экзотическим. Но лучше перестраховаться. Это ж надо! Вот чудеса! Вот чудеса! У нас с Ниной ребенок будет! Ох ты! Нин, а от кого он у нас с Ниной будет, а? Я думаю, что у вас с Ниной ребенок будет... От тебя? Ну да, действительно. От кого еще-то? Что-то я-то замкнула. С холоду, наверное. От чудеса! Нин. А рога? Куда бы мне повесить? А на фотографии твоей в комнате? Ну да. Куда ж еще-то рога вешать можно? Цепляться стал. Пришлось сказать мужу, что я беременна, чтобы он сюда не зашел. Потом, когда он уснет, ты тихонечко выйдешь отсюда и уйдешь домой. Вы не поняли, Нина Марковна. Я никогда отсюда не уйду. Мы будем с вами жить вечно, вместе. Мы будем заниматься любовью, рожать детей. Мы будем самой счастливой парой на свете. Знаешь что, Леня, мне уже все равно. Покончишь ты с собой, не покончишь. Так, эдак, все равно. Я не пойду больше ни на какие уступки. Когда у меня остался один шанс достучаться до вашего сердца, то вы не подумайте, я это делаю ради нашей любви. Помогите, насилуют! Насилуют! Ой, извините. Помогите! Думал, Нину насилуют. Лёня, ты что ты здесь делаешь? Не понял? А чего непонятного? Я живу с вашей женой, да? У меня очень скоро будет от нее ребенок. А вы, товарищ прапорщик, третий лишний. Я могу за вами дверь закрыть. Кажется, у нас в тундре это называлось смена вожака. Убью, гад! Вот так все и бы было. Да, так что, как говорят у нас на зоне, поздравляю с заслуженным продлением срока. Ну, пойду переоденусь во что-нибудь более торжественное, ибо момент такой. У нас момент выпить чего-нибудь. Ого. Это же женская. О! Да, закрыто. Заметит. И идет кто-то. Mm?
так торжественнее, ибо новый пиджак. Да, намного. Я хотела сказать тебе, Миша, что я люблю тебя. Ты выпил эликсир, приворотное зелье? Я хотела сказать вам, что жить нам надо вместе. Я только ваша, а вы только мой. Прямо здесь. Прямо сейчас. Ha 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 ha